Всем привет, с вами Рэдди, сегодня мы играем в City Car Driving на машине, катаем CLS 63 AMG, черный, вроде черный, или какой-то вишневый, непонятно. Да, вишневый такой цвет. Вот, по МГ весе, платный мод, вот, эта ссылка будет на мод в описании. Просто решил сегодня покататься, понаглеть немного на CLS-ике. Пока не знаю, что снимать. Так, давайте сюда повернем. И все, мы что на CLS, без номеров, катанный в круг, антихром у нас. Все как надо у нас. Опа. Так, уведомления пришли. Давайте стартанем. Сейчас хотя бы погода хорошая, типа можно погонять. И хоть ее занесло сейчас. Стабилизация, поймайся. Так, давайте куда тут? Ну давайте тут направо. В принципе, я хотел, я трафик и так поставил, уже сильно нагруженный. А где все машины, я не пойму. А можно вот так сделать? Сейчас вышло еще обновление. Не знаю, что с ним изменилось. Вот, типа, трафик можно тут добавить. Я вот не знаю, это в этом трафике сейчас добавится, типа, машин много или нет. Мне вот это вот больше интересно. Типа, я хотел пробки там пошашковать, а их нету, ничего нету, никого нету. Чуть-чуть закинулось, ну прям еле-еле вот зимой она прям хорошо идет. А вот по сухому что-то вообще плохо. Вон. Вот это он валит, конечно, дико просто. Вот кому интересно будет, если поснимать просто грузоперевозки. Так, и хоть мы шашкуем. Вот это шашечки. Тихо, 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 тихо. Стой. Я сейчас сам охренел. Мягко говоря, ну вообще я охуел аж. Не. Так, 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 так. Нам можно, мы на CLS 63, нам все прощают. Ёб твою мать, дебила, кусок, сука. Теперь еще запикивать придется. Ой. Полетели оттуда. Они нас обижают все. Тут ездят с поворотом, а тут стройка. Мне даже самому просто интересно покататься, карту посмотреть, но я думаю, вам интересно. Заодно такая тачка Таиланде. А чё колеса? А, все крутится, да? Тут чуть не крутились. Блин, звук у них, конечно, сосны. Сосны, сосны, не знаю, как правильно. Вот. Давайте сейчас на эту магистраль выйдем, немного пульнем. Опа, она проскочили через двойную сплошную без номеров. Просто CLS — это моя мечта. Вот если на каком-то сервере он есть, я его обязательно куплю. Поэтому нет еще сервера, где я играл, хотя я мало где играю. В той же МТА даже очень мало где играю, поэтому да. Вот так вот. Ну, в МТА я себе купил CLS. Кто знает, я на рашке играю. Давай, давай, пошел. Вот тормоза не очень, но они вообще очень. Опа, опять уведомление. Да что всем так, ну, кому-то это нужен? Сейчас я гляну быстренько, что там, кто там соскучился. Так, прям в прямом эфире захожу. Опа, все, поехали. Давай глянем. Да иди в очко, посинались. Давайте его догоним и накажем, что он тут. Мерседесов. Что, успела эта шманька остановиться? Мощности не хватает, чтобы бурнаут сделать.
Какой-то неправильный у нас CLS-63, я хочу сказать вам. Чё это за деревни? Я вообще тут первый раз. А чё, дороги нету по деревне, да? А, ясно, понятно, ок. Я так понял, тут просто по кругу, типа, мы выезжаем и все, типа, что сюда ездили, что нет. Точку, иди себе по сигналу, дебила кусок. Так. Давайте отсюда выйдем куда-нибудь. Давайте-то оттуда вот. Да бля. Я хочу глянуть, что туда. Тут что-то машин нету. Хэд парковка, я так понял. Ага. А, все, я допер, где мы. Я сюда один раз как-то заехал. Еще комп был слабый, блин. И хрен выехать смог. Я искал выход. Поэтому ассоциации плохие с этим местом, поэтому лучше притопим на тапку и полетели отсюда. Давай сигнал, ага, я так и думал почему-то. Блин, а куда тротуар ведет? Давайте глянем. Нам-то похрен, мы-то наглые. А что тут? А, я думал, тут проехать можно. Меня надурили. Ну, я думаю, может, на этом и закончим. И как раз эта серия выйдет, когда меня уже не будет за компом. Я уеду в другой город на денек, скорее всего, тогда. Это или 30-го, или 1-го. Но я уеду с 1-го на 2-е, но я думаю, эта серия, скорее всего, 1-го выйдет. Сейчас еще одну сниму. Пока не знаю про что, но сниму, пока я дома. Вот, и заодно еще буду итоги снимать, будет сейчас 30 число, я пока сниму, а когда выйдет, вообще не знаю. Поэтому, я думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Рэдди, всем пока-пока.